В минувшее воскресенье на перекрестке улицы Некрасова и Радищева произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя автомобилем «Пежо», врезался в стоящий «Мерседес-Бенц». От удара «Пежо» вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Приора». В результате ДТП водитель «Пежо» получил сотрясение головного мозга. У одной из пассажирок «Приоры» закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребер. Водитель отечественного автомобиля отделался ушибами. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД, оба водителя были трезвы.